Мы, компания «Бематика», рады, что третий Кубок связи прошел так весело и интересно, с большой активностью. 22 команды, это очень здорово. Намного интереснее получилось, чем в прошлом году, когда только в начале кризиса все были скучны, неинтересны и сидели дома. Мы рады, что вы сегодня все к нам пришли. Было весело, здорово, интересно. Поздравляем победителей и ждем вас на следующем Кубке связи, на четвертом Кубке связи.